малый и средний бизнес Красноярска в лицах сегодня показали на выставке «Бизнес в объективе». Всероссийский проект рассказывает о реальных историях успеха предпринимателей уже пятый год. Мы зачастую с вами видим только наименование юридического лица, вывеску или бренд. Мы не знаем, кто за этой вывеской стоит. Цель нашего проекта – показать лица наших предпринимателей, показать их трудовые будни, тем самым выразить дань нашего уважения. Серия фотовыставок отметила больше 800 предпринимателей по стране, от Калининграда до Владивостока. В Красноярске выставка «Бизнес в объективе» стала частью национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех». В любой отрасли, любому направлению деятельности необходимо видеть лучших. Малый и средний бизнес – это впоследствии крупный бизнес, это будущее экономики, это будущее людей. Инициатива проведения выставки принадлежит банку ПСБ, для которого развитие малого и среднего предпринимательства является приоритетным направлением. Банк предоставляет услуги и удобные современные сервисы для бизнеса. Так, комплексное банковское обслуживание можно получить через онлайн-систему «Банк-клиент». Это система, в которой клиент может проводить удаленно свои платежные поручения. Там же клиент может предоставлять какие-то документы, заявления. Одно из направлений – онлайн-кредитование для клиентов банка и тех, кто хочет ими стать. По продукту без бумаг предприниматели могут получить кредит на развитие бизнеса, не выходя из офиса. Все, что нужно – загрузить необходимые данные на сайт. Если заявку одобрят, воспользоваться кредитными средствами через мобильный банк можно в этот же день.